Всем привет! Мой подписчик попросил сделать мэша и дал ссылку на видео зарубежного ютубера. Я посмотрел это видео, но сделал все по-своему. Ссылка на видео есть в описании, если хотите, можете посмотреть. Перед тем, как начать туториал, посмотрите, на что способны мои роботы. Подниматься вверх, вниз, поворачивать головой вправо, влево. Можно скомбинировать поднятие и поворот. Он может вращать руками в плечевом суставе, вперед-назад. Вращать одновременно двумя руками в разных направлениях. Комбинируя клавиши, можно получить много разнообразных движений. В отличие от красного робота, у него есть локтевые суставы. Давайте еще немного посмотрим его возможности, а потом посмотрим, на что способен красный робот. Все зависит только от вашей фантазии. Можно придумать много разных жестов и движений. А теперь посмотрим на возможности красного робота. У него все так же, как и у оранжевого, только нет локтевых суставов и работают кисти. Вы можете сделать полноценного робота со всеми суставами. Если у вас получится, напишите мне в комментариях. Если вам понравились мои роботы, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также они могут выражать свои эмоции движением бровей. Время туториала! Сначала нам нужно построить железную платформу на высоте. Вот у нас и готова колесная площадка, и теперь мы ставим 3 поршня. И на него ставим плоское колесо. Наверху строим платформу 7 на 7 блоков, желательно из пластика. Если вам что-то непонятно, смотрите на эти циферки. 2 деления это 1 блок. Наверху устанавливаем кресло водителя, отвязываем 3 поршня и плоское колесо и привязываем на другие клавиши. Колесо у нас будет на EQ, а поршни у нас будут на ZX. Можем проверять. Крутимся мы слишком быстро, поэтому скорость мы поставим на 3 единицы, а также крутящий момент на зеленый. Если нажать на клавишу X, то мы поднимаемся вверх. Теперь строим боковые стенки. Каждая стенка должна быть высотой 6 блоков, потому что внизу у нас уже есть один блок, получается 7. Сейчас я сделаю отверстие для люка, но потом, может быть, его изменю. Вот такое оно у меня получилось. Также не забудем сзади сделать стенку. С одной стороны устанавливаем плоское колесо, ставим рядом с ним блок, перекрашиваем его в другой цвет и перетягиваем его на другую сторону. И будет видно место, где нужно поставить следующее колесо. И на этом месте ставим еще одно. Теперь удаляем этот блок.
Шаг перемещения, стоя на 0.5, устанавливаем сервопривод. Это у нас будет локтевой сустав. Чтобы все правильно привязалось, нужно заново поставить сервопривод. Сервопривод не должен касаться плеча, чтобы он мог поворачиваться. У сервопривода крутящий момент ставим на зеленый и угол наклона 90 градусов. У колеса тоже крутящий момент на зеленый, а скорость на 3. То же самое строим с другой стороны. С помощью гаечного ключа отвязываем колеса и сервоприводы от сиденья. Привязываем клавиши. Правое колесо CV, левое колесо BN, правый сервопривод RP, левый сервопривод TP. Но можете поставить любые клавиши. Всегда проверяем, все ли правильно привязалось. Строим пальцы. Плюсики вращения ставим на 15 градусов и устанавливаем вот таким вот образом 3 сервопривода. И к ним таким же образом устанавливаем 3 блока. Сейчас нам нужно заново поставить эти сервоприводы, чтобы пальцы у нас не отвалились. Сначала передние, потом затягиваем внутрь блоки внутренних, чтобы они не отвалились. Здесь немного продлеваем и заново ставим эти 3 сервопривода задних. Крутящий момент ставим на зеленый, угол наклона 75 градусов. Теперь сохраняем и проверяем. Отвязываем их от кресла и привязываем на клавиши. Эту руку мы привяжем на клавиши F и P. Теперь точно такую же руку мы строим с другой стороны. Здесь мы только ставим другие клавиши G и P. Сейчас я сделаю лицо этому VR Mesh, но если хотите, можете сделать свое. Чтобы добавить эмоции персонажу, мы сделаем брови.
Нельзя, чтобы колеса соприкасались. Привязываем их на клавиши К, Л. Проверяем работу бровей. Ставим прозрачность на 100%. По желанию делаем открывающийся люк. Сервопривод приходится устанавливать два раза, чтобы он хорошо закрепился. Сервопривод нужно отвязать от кресла. Устанавливаем кнопку и привязываем к ней сервопривод. Для удобства по желанию ставим лестницу. Теперь все раскрашиваем в те цвета, которые вам нравятся. Еще немного декора. У сервопривода нужно поставить обратное вращение. Скрываем все, что хотели скрыть, и механизм готов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Спасибо за внимание, всем пока!